Мороженое для животных, бассейн и большие ванны воды. Как обитатели гродненского зоопарка справляются с жарой? Последние недели весны порадовали белорусов теплой и даже жаркой погодой. Температура воздуха с каждым днем только растет, и если для жителей города приход долгожданного тепла становится радостным событием, то для обитателей зоопарка – непростым испытанием. Особенно для тех, кто по своей природе не приспособлен переносить высокие температуры. Сделать пребывание животных в летнее время комфортным помогают работники зоопарка. Как правило, подготовку к летнему сезону они начинают заранее. Затеняют вольеры, строго следят за здоровьем животных, а также готовят емкости для воды. В жаркие дни большое внимание уделяется, конечно, бассейнам. Если у животных в вольерах они есть, они постоянно наполняются. И следим за тем, чтобы они постоянно были полны. Некоторых, особенно это касается копытных, могут охлаждать таким, как душем, дождиком прямо из шланга. То есть в жаркие дни это делается несколько раз в день. С приходом жаркой погоды животным меняют рацион. К привычной еде добавляются сезонные овощи, фрукты, зелень и, конечно, свежескошенная трава. Некоторые посетители пытаются покормить обитателей зоопарка, однако делать это категорически запрещено. Неконтролируемое количество пищи только принесет вред питомцам. Специалисты зоопарка отмечают, питание должно быть сбалансированным и своевременным. Полезным дополнением к рациону животных служит специальное мороженое. Оно содержит натуральные продукты – ягоды, фрукты, а также молочную продукцию. Медведям, обезьянам, да, у нас замораживают такое вот самодельное мороженое мы используем. Вот, большим крупным медведям мы замораживаем фруктовый чай большими порциями, в размере ведра. Вот. Там будут апельсины, мята идет у нас, яблоки. У нас обезьяны у нас едят 3 раза в день, получается, это основной рацион. А дополнительные вот такие холодные смеси какие-то даются, это дополнительно, отдельно вне рациона. То есть как добавка, как лакомство. Самые жаркие дневные часы животные пережидают в своих вольерах. Здесь для этого есть все самое необходимое. Ванны с холодной водой, навесы и тенистые места. А те, кто не хочет греться под лучами майского солнца, прячутся в прохладных укрытиях. Синоптики прогнозируют это лето самым жарким за последние несколько лет. Однако беспокоиться за здоровье обитателей гродненского зоопарка не стоит. Сотрудники и сами животные к высоким температурам готовы.